вы либо вводите режим ЧС со всем вытекающим грузом ответственности, в том числе финансовой, как угодно назовите этот режим, но на себя придется взять ответственность финансового характера, потому что вы всем запрещаете работать, но кому-то все-таки разрешаете. Либо дайте возможность всем работать, чтобы выжить в этот сложный период. Дорогие друзья, у меня к вам огромная просьба досмотреть этот сюжет до конца. Это очень важно. Я обращаюсь к каждому из вас, кто посмотрит этот сюжет. Не забудь в конце видео подписаться на нас, если ты не подписан, поставить палец вверх, написать комментарий, желательно, чтобы он состоял не из одного предложения, а нескольких. Чем больше ты напишешь комментариев, тем лучше будет продвигать YouTube наше видео. 13 апреля 2020 года губернатор Воронежской области Гусев Александр Викторович издал новый указ. И я решил поделиться своим собственным мнением об обновленном указе и постановлении губернатора. Маразм крепчает. И это карантин, Александр Викторович? О какой безопасности идет речь? Скажите, пожалуйста, фактически руководство области само провоцирует на распространение этой заразы среди населения. Эти полумеры губительны для населения. Необходимо вводить режим ЧС и, наконец-таки, брать на себя ответственность за нас, граждан. Или спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Александр Викторович, может быть, вы прочтете эти указы и постановления, изданные вами, более внимательно и поймете всю абсурдность ваших действий? Вы либо вводите режим ЧС со всем вытекающим грузом ответственности, в том числе финансовой, как угодно назовите этот режим, но на себя придется взять ответственность финансового характера, потому что вы всем запрещаете работать, но кому-то все-таки разрешаете. Либо дайте возможность всем работать, чтобы выжить в этот сложный период. Ссылку на указ и постановление вы сможете увидеть в описании к этому видео. Всем спасибо за внимание. До новых встреч.